обратил внимание, здесь в Праге прям очень активно идут строительные работы. Сейчас шов, это земляные работы, что-то копают, причем практически через квартал. И много строительных лесов. Кстати, вот ребята украинцы работают. Конечно, на прямой контракт попасть на стройку Чехии маловероятно, потому что тут зарплаты начинаются от 1500 евро. А с польской компанией, я так думаю, можно. Проблем не должно возникнуть. Причем Прага полна строительными объектами. Есть маленькие, незавершенные. Много брошенных зданий в центре города, которые нуждаются в реконструкции. Огромные подвалы с разбитыми окнами, причем прям в центре, в Праге один. Вот. И есть также большие, как вот этот объект. Здесь грандиозная стройка с футбольным полем, торговый центр, жилищный комплекс, как минимум 7 этажей. Прага строится, и я так думаю, вакансии однозначно будут. АКМ Групп, кстати, очень крупная компания. Друзья, всем привет, это Илья. Здравствуйте. Олеся. Олеся, мы с Олесей познакомились год назад, делали интереснейшее интервью. Можно, кстати, его посмотреть по ссылке. Да? На Ютубе, да. На Ютубе и в Инстаграм. Олеся, расскажите, пожалуйста, про румынское гражданство. Очень интересно, сейчас эта тема очень актуальна. Ну, про румынское гражданство. Я сама с Молдавии, у нас есть возможности иметь двойное гражданство. Это получается свое гражданство молдавское, ну и румынское. Румынское гражданство я уже получила, уже 2 года, ну, 3, можно сказать, да, уже 3 года. Где-то по времени это у меня заняло где-то 1,5 года или 2 почти, год и 8 месяцев, где-то так. Олеся, а зачем делается вообще румынское гражданство? Какие преимущества у этого паспорта? Ну, румынское гражданство – это безвизовый режим в Европе. Ты можешь находиться здесь сколько угодно, можешь найти себе нормальную работу, легально работать, ну и, конечно, можешь попытаться открыть свой бизнес. Понятно. Каким образом получают второй паспорт? Какие основания обычно? Ну, человек должен собрать все документы, это свидетельство о рождении, свидетельство о браке, если есть, от дедушек, от бабушек все документы. Идешь в посольство, сдаешь эти документы, где-то год с половиной ждешь ответа, получаешь ответ и можешь сделать уже. Понял. То есть у нас сейчас просто группа, запись на октябрь месяц, ребят, которые, ну, наших партнеров в Румынии, которыми я, кстати, лечу завтра, которые помогают получить румынский паспорт официально, легально. И также они делают ускорение, но они говорят, что год. Это еще лучше. Это еще лучше за год. Но для нас, для Молдавии, где-то сейчас так. Где-то год с половиной, ну, где-то два. Что-нибудь за год изменилось здесь, в Праге? В лучшую сторону для вас? Мне кажется, здесь и так же, но очень спокойно живется. Хочется адреналина. Да. Хочется драйва. Этого нет. Понятно. Друзья, захотите жить расслабленно, в релаксе, приезжайте в Прагу, ходите по туристическим маршрутам, обязательно заходите вот в этот магазин. Сумочки продаем. Да, кстати, как вы масштабируетесь? Уже сеть? Сколько магазинов? Ну, 3 магазина. Я смотрю, у вас такая статистика, динамика, одна покупка за 10 минут, да? Ну, где-то так. Кстати, я сам очень всем рекомендую покупать вещи. У меня уже второй рюкзачок из этого магазина. Также у меня есть чемоданчик, и не один. Вот так, кстати, выглядит Олесин паспорт румынский. То мы говорим, и вот он. Так. Олесь, а хотел спросить, вот если подаешь, допустим, не в Бухаресте, а в каком-нибудь провинциальном городе, быстрее же можно сделать, как думаете? Ну, быстрее в Бухаресте сделать. То есть, быстрее, быстрее, чем в других городах? Да. Я подавала в Яши, но там они должны все документы отнести в Бухарест и оттуда-обратно, когда будет подтверждение. Так что выгоднее в Бухарест. Понял. Ну, прям с ним можно прям реально работать в Евросоюзе без всяких проблем, да? Да. Легально, без всяких проблем работаешь. А что говорят, когда в Шенгенскую зону войдет Румыния? Не знаю это.
Все вообще, я слышал, что они в этом году уже должны зайти полностью, стать полноценными членами Шенгенского соглашения, зоны Шенгенского соглашения. Так, Румыния в Евросоюзе. Это будет супер. Да. Это будет шикарно. Понял. Да, спасибо. Друзья, кстати, вот с этим паспортом уже скоро можно будет въезжать в Соединенные Штаты, в Канаду без визы по программе ESTA и ETA. Так что